Я тоже не знаю, что сказать. Ну вот, я сейчас желаю, а ты такая, а я хочу вам пожелать и пожелаешь, что ты хочешь. А если ты уже пожелал то, что я хочу пожелать? Ну, вряд ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Привет! С вами мы, канал «Перемог для всех» Екатерина и Максим. И канун 2021 года мы собрались, чтобы поздравить вас и пожелать вам всего самого-самого наилучшего. От себя я желаю вам мечтать, верить и стремиться и идти к вашей мечте. И даже если она сбудется, то не переживайте, аппетит у вас разгорится, и вы пойдете мечтать еще дальше, как это произошло, в принципе, в этом году с нами. В этом году с нами начала сбываться, сбылась наша одна из мечт, это купить дом, переехать, жить в деревню, работать в деревне и вот встречать Новый год в деревне. И вот этот год... Вот новый, первый, который мы встречаем в деревне, о нем мы с Екатериной замечтали еще 4 года назад. Поэтому мы, как пример большого целеустремления, да, как пример того, что мечты сбываются, какие бы они, самые сумасшедшие не были, желаю вам мечтать. А я желаю, чтобы у вас... все эти мечты и цели осуществились. И самое главное, чтобы рядом был человек, который вас поддерживает. Или люди, которые вас поддерживают. Потому что это очень важно. Да, Максим? Да, дорогая. Потому что без человека, который рядом и который разделяет эту мечту, ваша мечта сбудется, но немножко не так весело, как это есть на самом деле. И, может быть, даже не так полно. Вот. Ну, вообще, много мечт, которые мы мечтали, еще сбудутся. Угу. Вот. Но мы про них вам расскажем уже в следующем году. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. И, в общем, желаем вам счастливого Нового года. Ура! Ура! Таков путь. Молочные устья.